Привет, меня зовут Маша, ты на моем канале «От скуки», посвященному вязанию и околовязальной теме. Сегодня прекрасный праздник, 8 марта. Это главный праздник весны, тепла, это праздник пробуждения, пробуждение природы, то, что просыпается наша природа и будет нас радовать каждым днем все больше и большими лучами солнышка. Я желаю, чтобы в твоей душе всегда была весна, чтобы ты всегда радовалась каждому дню и просыпалась с большим-большим удовольствием, зная, что впереди у тебя еще много прекрасного. Сегодня я хочу начать мини-влог, который будет называться «Успеть за час». Этот влог, точнее, этот проект придумала Олечка Яперова. Я первая, я ее называю. И поэтому я у нее позаимствовала эту идею, она уж больно мне нравится. Но в этом влоге я мало того, что тебе покажу, сейчас мы с тобой переместимся на мое рабочее место, покажу, чем я буду заниматься. Я тебе еще похвастаюсь своими новинками пряжи, которые я тебе рекомендую, если ты где-то встретишь, попробовать на весну, на лето. Так что давай переместимся за мое рабочее место и посмотрим поближе, что мы сегодня будем вязать, что я буду пытаться успеть за час. Вот, как я и обещала, переместились с тобой к моему рабочему столу. И первое, что я хочу, это показать тебе вот эту невероятную ниточку. Потому что я хочу убрать бобинки, чтобы освободить немножечко места. Значит, смотри, это у нас 50% шелк, 50% лен от Шоллер. Называется артикул силки. Здесь 500 метров на 100 грамм. Я себе успела урвать, можно сказать, зубами выгрызть вот такой невероятно красивый жемчужный цвет. Коралловый. И коралловый, видишь, он идет как с небольшими крапушками. Такой как чуть-чуть с твидовым эффектом. И просто невероятно красивый цвет милитари. Вот прям очень-очень красивый. И самое интересное, на что я прошу обратить внимание, это на вот этот невероятно красивый жемчужный блеск. То есть он не пошлый, не вискозный, а вот именно такой очень красивый, благородный, жемчужный, вот сатиновый какой-то прям блеск. Очень красивая нитка. Конечно, немножечко расстроилась, что не успела купить себе белый и голубой. Надеюсь, ты подписана ко мне в Инстаграм. Если не подписан, то подпишись, потому что там я периодически, если что-то нахожу очень вкусное, я делаю сторис. Но так как, например, вот этот магазин Сибона, они продают, грубо говоря, как горячие пирожки. То есть у них появился на прошлой неделе твид Минотаур. Очень красивого бордового цвета. Я зашла через 30 минут после публикации, и все, пряжи уже не было. Потому что цены очень хорошие. Я вот эту ниточку успела купить по 2,60. А вчера нашла в другом магазине по 3,30. Так что имей в виду, то, что если тебе нужно... Достаточно бюджетная ниточка, но там долго думать не приходится. Там увидел, купил. То есть, поэтому в Инстаграм лучше на меня подпишись, что, ну, если тебе нужны какие-то интересные артикулы, даже если я их не покупаю, но нахожу, периодически я пощу. Вот как, например, сегодня я сделала пост по хорошей скидочке на спицы Чагу. Вот давай посмотрим, как у меня получились образцы. Значит, вот этот цвет милитари я связала на спицах 2,75. Вот резиночка 1:1. Лицевая гладь. Очень красивая. Узорчики, косички. Все очень достойно выглядит. Вообще никаких нареканий к этой ниточке нету. Прям очень красиво. Особенно вот этот жемчужный цвет. Сейчас попробую чуть-чуть штору отодвинуть, да, чтобы солнышко поймать. Вот такой очень красивый коралловый я уже связала на троечке. Как видишь, не сильно отличается. То есть, в принципе, на троечке можно смело вязать. То же самое резиночки, то же самое ажуры, узоры. Резиночка 2:2. Ну, и я такой нитки, конечно, никакие упругости там на резинке не ждала. Но, тем не менее, выглядит, мне кажется, очень-очень достойно. Как бы на лето шикарный вариант. И... Еще один вариант. Вот я связала просто лицевой гладью на спицах 3,5 в одну ниточку. Белый, вот этот молочный, он вот просто не передать. Он, видишь, подсвеченный, как изнутри. То есть у него вот этот
сатиновый блеск, он, конечно, вот просто невероятный. Здесь на 3,5 связала просто лицевую гладь. На 3,5 в 2 нити прям очень тяжело вязалось. Ничего не могу сказать. И забитое полотно. Я такое забитое не люблю. По крайней мере, в летних формах уж точно. И на 4,5 в 2 нити и в 1 нить. То есть, если ты захочешь просто простой летний топ, вот накинуть, грубо говоря, да, даже на море какую-нибудь туничку, на 4,5 отмахать вообще нечего делать. Единственное, сразу предупреждаю, нитка непростая в работе. То есть она достаточно тяжело вяжется. То есть я вот прям вязала четко по спице, прям с натяжкой, чтобы петельки были максимально ровны. И то, как видишь, здесь, конечно, небольшая рядность есть. Особенно вот здесь, где в две нити пыталась нитка скрученная. Здесь... прям она очень хорошо скручена из много-много маленьких, тоненьких. Поэтому она как бы ложится не очень ровно. Нужно постараться. Если хочешь красивое ровное полотно, то придется постараться. И на машину, мне кажется, зайдет вообще на ура. Просто невероятно красивое полотно. И знаешь, что самая главная особенность? При всех свойствах потрясающих льна и шелка, ну, я знаю, что очень многие люди не любят лен, потому что он мнется. Все. То есть, по крайней мере, выйти красиво из дома и доехать красиво до работы вполне возможно. Так что в магазине Сибона я тебе оставлю ссылочку, потому что я тебе рекомендую подписаться на этот магазин, если ты хочешь недорогие какие-то интересные артикулы. Но там нужно быстро реагировать. И на всякий случай оставлю наименование этой позиции, да, возможно, ты тоже найдешь в другом магазине. Я не буду оставлять ссылку на магазин, где я нашла по 3,30, пускай сами продают. Я не думаю, что Сибона покупает по каким-то супер скидкам в Италии. Нет, я думаю, они все закупаются примерно у одного и того же дилера, примерно по одним и тем же ценам. Я не думаю, что такая разница в цене только на закупке. Скорее, зависит больше от жадности хозяева. Так, в общем, с хвостовством хватит. Но нитка, вот я тебе рекомендую обратить на нее внимание. Это штоллер артикул Silk. Вот, но у нас же сегодня успеть за час. И давай посмотрим, что я сегодня хочу успеть за час. Так как этот совместный проект будет на один день, да, ну, совместно в плане, что его придумала Олечка, я первого, то я возьму немного проектов, да, чтобы успеть тебе показать небольшой прогресс и сегодня же смонтировать и выложить. Значит, это мой совместный проект «Вязальное обострение», которое я увидела у Оли, «Северное вязание», и решила к нему присоединиться. Вот я вешаю маркерок. Я тебе буду показывать по этому проекту только вот кончик. Сколько я успела провязать. Вот это я, кстати, провязала здесь один моток за вечер и часа 2 утра. То есть вяжется быстро. Так, это у меня совместный проект. Мое альпаковое сердце, который я сегодня хочу чуть-чуть продвинуть. Второй мой вымученный, так сказать, проект. Это папина молния. Но так как здесь вязать нечего, здесь нужно распускать. Я маркер, соответственно, никуда повесить не смогу. Ты видишь, что я здесь выпарываю молнию по одному краю. То есть вот поэтому по одному краю я ее сделаю уже полностью. Здесь все хорошо, красиво. А здесь мне не нравится, как вот это вот. Я слишком далеко пришила от бортика. То есть я сейчас полностью буду выпарывать вот эту часть, распускать и перешивать ближе. Ну, за час я точно не успею, но хотя бы распустить, потому что этот процесс меня прям гложет очень сильно. Основной процесс, который я сегодня дам упор, это вот эти носки. Как видишь, они практически готовы. Практически они готовы потому, что я решила, что это же прям подарок для моей любимой сестры на 8 марта. Я вчера их вязала-вязала, но не успела закончить. Я с утра сняла видео,
извинилась, говорю: «Женька, это твои носки». Она сказала: «Ура, я их буду ждать». Но все равно она в лучшем случае их увидит только в апреле. До апреля я их точно успею закончить. Но хотелось бы сегодня, чтобы к вечеру ей уже сфотографировать и сказать, что: «Женя, твой подарок готов полностью». Но этот процесс я сейчас в дорогу, потому что я сейчас поскочу по своим делам. И в автобусе немножечко повяжу. Так, еще у меня один процесс, который уже замылил глаза всем, особенно мне. Так, это Андромеда. Я ее немножечко успела продвинуть, пока была в гостях. Вот насколько, вот от синего маркера. Поэтому сейчас я вот этот же маркер передвину, чтобы мы с тобой ориентировались, насколько он у меня продвинется. И если еще будет оставаться время, ну, не так, чтобы я очень поздно тебе смогла выложить ролик, то немножечко попробую продвинуть вот этот потрясающий просто шарф для моего мужа. Так, спицы это я меняла, поэтому здесь висят булавки. Так, вот я перевешиваю маркерок и посмотрим, сколько я успею провязать. Потому что шарф нереально красивый. Закончить его очень хочется. Вот, но это уже не факт, что я сегодня успею. А остальные процессы постараюсь, конечно же, продвинуть. Поэтому я пока беру паузу, подключусь к тебе позже, расскажу, что я успела, что не успела, что мы навязали. Ну, соответственно, вот эти носки и водолазку я даже не беру, потому что я сегодня не успею просто физически. Потому что мне еще 2 часа гулять, кататься и потом еще вязать. И хорошо отметить 8 марта. Все, до скорой встречи, пока. Ну вот и заканчивается день. Точнее, день уже закончился, уже полный вечер. Я тебе хочу отчитаться, что же я все-таки успела сделать. На носки я забыла повесить маркер. Но примерно я за время беготни по своим делам отвязала примерно вот от этой полосы. Ну, я помню, что в автобусе у меня началась оранжевая, соответственно, примерно так. Ну, немного, ну, сейчас я все дела отложу и продолжу вязать носки. Я уже говорила, что это подарок для сестры. Я хотела бы их сегодня закончить, чтобы ей хотя бы перед сном присылать фоточку, что ее подарок готов. Вот столько я успела отвязать свой совместный проект. Вязальное обострение немного, да, не густо, ничего не могу сказать, но я старалась, честно. А еще я сегодня пришла к выводу, что очень качественная работа — это хорошо, но когда тебе ее не надо распускать, потому что я так душевно вшила молнию, что я ее распускала 1,5 часа, и, как видишь, я ее даже не до конца выпорола. Не говоря о том, чтобы перевязать. В общем, хорошо, качественно исполнила. Мне понравилось. Качество работы на высоте. И так как я 1,5 часа потратила на кофту, я решила это время компенсировать Андромедой. Чтобы тебе не в 10 вечера выпускать ролик, а чтобы ты после праздничного ужина смогла посидеть, повязать и послушать мои поздравления. Поэтому Андромеду я продвинула всего лишь на 4 ряда. Но это не проблема. Ей я тоже, конечно же, займусь. Больше я ни к чему не прикасалась. Сейчас я продолжу вязать носочки для моей любимой сестрички. И надеюсь, тебе уже в следующем влоге покажу их в готовых работах. Потому что они очень классные. Если что, если ты со мной первый раз, то напоминаю, что это у меня Газал Happy Fit, цвет 3248, так, где-то тут 75 супервош меринос и 25 полиамид. Тактильно она мне прям очень напоминает Малабригу. Если вязала из Малабриги, то это прям похоже. Только если мне не изменяет память, Малабрига Сокс идет 100% шерсть.
Но я не буду утверждать, у меня где-то лежит пасма, точнее не пасма, а уже моток я перемотала. Но я не помню, какой там точный состав. На вот такой позитивной, яркой ноте я с тобой прощаюсь. Еще раз поздравляю тебя с главным праздником весны. Не забывай улыбаться и своей улыбкой раздражать, кого захочешь. Или возбуждать, кого нужно. В общем, улыбка – это то оружие, которое у тебя всегда с собой. И не забываем пользоваться в нужных моментах. А я тебя еще раз поздравляю. Давай, до скорых встреч. Пока.